Поле чудес могут закрыть по многочисленным просьбам зрителей. Программа больше не радует людей, а только злит и вызывает негатив. И все из-за поведения ведущего. Народный любимец Леонид Аркадьевич потерпел оглушительное фиаско. Несколько раз за последние месяцы он заговорился и оскорбил россиян. Первое скандальное заявление Якубовичу люди простили, но когда через несколько недель он снова опустился за оскорблений, зрители обратились к руководству Первого канала. На форуме отзывы поклонники «Поле чудес» оставили сотни комментариев, в которых требуют либо отправить ведущего на пенсию, либо вообще закрыть капитал шоу. Якубович перегибает, его несет, а участники стоят и терпят оскорбления. Противно. Все стало фальшиво, хватит уже писать сценарий. Хам и наглец, а не ведущий. Раньше он себе такого не позволял. Якубовичу пора на пенсию. Чудеса, 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 как же вы надоели. Если Якубовича уберут, может программа изменится и будет интересной, возмущаются россияне. Напомним, что Леонид Якубович в январе попал в грандиозный скандал. Ведущий неадекватно повел себя с одной из участниц шоу «Поле чудес». Необдуманной фразой он оскорбил целый народ. Женщина, прилетевшая из Камчатки, подарила телеведущему национальную шапку малаха и бусы из рыбы-корюшки. Когда участница надела на шоумена украшения, Якубович отреагировал на презенты довольно грубо. «Надо было ехать с Камчатки, чтобы сделать из меня идиота, в смысле чукчу. Я, видимо, провоняю Камчаткой на всю свою оставшуюся жизнь», — заявил шоумен. Зрители от такого опешили. В сети слова телеведущего вызвали резонанс. Жителей Камчатки оскорбила реплика Леонида Аркадьевича. Шутки ведущего не оценили, некоторые поклонники программы отметили, что он был слишком груб. Сам Якубович тогда от комментариев отказался.